нам надо было набрать хотя бы 6 очков, мы набрали всего 3 очка. Я думаю, это очень плохо, но первый раз играем, молодежь очень много играет времени, поэтому на втором этапе, думаю, все уже получше будут себя чувствовать и покажут свою игру. Задача минимум была 6 очков, но я думаю, что вся команда рассчитывала на 9. В принципе, плохо, что проиграли Дельте, это, наверное, тоже, ну, должны были, могли выигрывать, но момент свой не использовали, вот. Ну так, в принципе, задачу минимум выполнили. Вот. В целом удовлетворительно этап провели.